В Макушинском районе на 384-м километре трассы Иртыш около 2 часов ночи произошла крупная авария. 41-летний водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовиком «ЗИЛ», которым управлял 26-летний шофер. В результате происшествия водитель автомобиля «Лада» и один из его пассажиров, 22-летний молодой человек, от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.